по договоренности с Международным валютным фондом. Это происходит каждый раз, каждый пересмотр программы, начиная, насколько я помню, с 2008 или 2009 года. Есть условие, что меморандум официально публикуется после утверждения текста советом директоров и принятия решения о выделении транша. Тогда происходит пару дней, и после этого идет официальная публикация меморандума. Обычно это делает по договоренности с Украиной, то есть Украина дает добро на это делает Международный валютный фонд.